Здравствуйте, с вами Елена. Сегодня я хочу предложить рецепт зеленого соуса на зиму. Готовить его без варки. Все витамины сохраняются. Зимой хорошо добавлять супы, делать соусы. Берем любую зелень. Помидоры, чеснок, болгарский перец. Из перца удаляем семена. Помидору и перец, чеснок измельчаем в блендере или в мясорубке. Зелень хорошо прокрутить через мясорубку. Соединяем все ингредиенты, хорошо перемешиваем. Хорошо добавить измельченные стрелки чеснока и листья хрена. Тоже получится очень полезно. Добавляем соль. Банки стерилизуем или обрабатываем 9% уксусом. Складываем зеленую заготовку в баночки и убираем в холодильник. Зимой хорошо добавлять салаты, в холодник, супы, соусы. Очень хорошая заготовка. Польза 100%. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, включайте колокольчик. Всем хороших заготовок, здоровья и добра!